Герой видео с удовольствием выполняет стойку на руках. Это сложное координационное упражнение, которое требует от человека определенной выносливости и крепкой мышечной координации. Но являются ли они полезными для людей в пожилом возрасте? И можно ли стоять на руках, когда уже увеличивается риск травм? Ведь в случае падения можно травмироваться. Суставы уже не такие крепкие и может затруднить выполнение стойки на руках. Но если у вас нет никаких противопоказаний и вы уверены в своих способностях, хорошо стоите у стены, то стойка на руках для вас безопасна и полезна. Есть отдельное обучающее видео по тому, как научиться стоять на руках, у меня на канале. Воркаут на гимнастических кольцах требует от человека силы, гибкости и равновесия. Но могут ли люди в пожилом возрасте заниматься этим, даже если раньше не было опыта гимнастики? Ответ на этот вопрос положительный. Гимнастические кольца могут стать отличным выбором для физической активности в пожилом возрасте.